Добро пожаловать на самый эпичный челлендж сия Ютуба. Попробуй не сказать вау челлендж. Всем привет, кисы! Меня зовут Ксения Гара. Сегодня мы с вами погрузимся в мир удивительных видео, которые специально для нас с вами нашли мои помощники в самых тайных уголках интернета. Но перед тем, как мы начнем, я вас попрошу только об одном. Прямо сейчас подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, которые выходят каждый день в 16:00 по московскому времени. Ну а мы начинаем. Попробуй не сказать вау челлендж. Погнали! Смотрите, это просто, наверное, бабушка снимала это видео, когда взяла и зашила твои рваные джинсы, пока ты отлучился. Ох ты ж, мама, не горюй. Вот у него крепкий позвоночник. Фига, он прыгнул. Волосы в разные стороны, он сам в шоке. Ой, это мандаринки. Как тоненько! Вода со льдом? Вот что я называю вода со льдом, а не то, что мне приносят в баре, где там плавает одна льдиночка. Вот это ты закрутил. Классный аппарат. Не знаю, как называется. Если вы знаете, можете написать в комментах. А, это булочки, наверное, будут. Да ну, это камень? Это может драгоценный камень? Серьезно? Или что-то подобное? 100%. Оу! Это так делают лапшу? Вы видели? Это круто! Ну-ка, посмотрите, какая точная работа. Просто маленькие финтифлюшечки. Жиденькие, вот так вот и одинакового размера. Оу, это неприлично, что ты делаешь? Извините. Кому что показалось. Просто, видимо, он делал какую-то подделку и такой, нифига не получилось, он уже просто отчаялся и такой, ну нафиг, думает. Пошла все к черту. Ого, это будет выпечка, какой-то, видимо, круассанчик или что. Подождите, это наш блондинчик, он, по-моему, повзрослел, или мне кажется. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он просто другим шариком вышиб тот шарик, который летел уже в полете. О, да, это в таком тесте японском клубника была, очень круто. Ой, я люблю так делать. Я, когда была маленькая, у нас рядом была река в деревне. И мы ходили с девочками на реку, и там вот такой лед долбили. Еще в лужах есть такой лед. И я люблю его ломать. Подскальзываюсь, иногда падаю, но это не важно, он так круто хрустит. Мяу. Посмотрите, какая классная масса. Очень вкусная, какое-то суфле зеленое. Это как поджигают одуванчики или траву. Вот как она горит в замедленном виде. Это просто как локоны какой-то феи. Ой, зачем он срезает подошву? О, ну это выглядит классно. Блин. Жалко ботинки. Ой, посмотрите, какой просто пушистый, пушистый комок теста. Я даже не знаю, из него получится что-то очень вкусное. Может быть, эти пельмешки, которых очень много. Как они не слипаются у них? Или это специально так? Они так рядышком их ставят, прям приминают. Ой, блин, это не тот же мужик, который лед ломал рукой. Очень похоже. Посмотрите, сколько мелких, малюсеньких просто деталек. Смотрите, какая классная миска, хотел сказать, но это тазик. Ого. Как она его прогнула. Вот это прочная вещь. Как ни в чем не бывало. Два слоя колготок. Два слоя колготок. Тот вариант, когда тебе мама говорит, доча, ты нормальная? На улице зима, ты в капронках. Ты такая гордо разворачиваешься и отвечаешь. На мне их, между прочим, двое. Так что я не мерзну. И все такие, а, ну да. В таких джинсах, мне кажется, как раз таки только и носить твой колготок. Но лучше не капроновых, конечно же. Это что за масса? Это для, я не знаю, для космонавтов еда какая-то? Или для военных?
суп-паёк в жидком виде. Или для тех, кто не может жевать почему-то. Ох, да, я знаю эту палетку, когда много внутри. Вы посмотрите, какая грязь. Они не боятся туда провалиться просто и захлебнуться в грязи, как в болоте. Машина была очень грязная и ржавая, будто бы. И сейчас это все очищается невероятно. Как это ярко! Вот это да! Вот это вот мне нравится. Корейские, японские сладости. Они всегда с креативом, они яркие. Зачастую. Вау! Вот это такие стекляшки в воде. Ананасы. Мне домой такую надо штуку. Серьезно, я так люблю ананасы, ненавижу их резать. Я уже об этом говорила, это моя проблема. Макароны. Мы уже видели два способа делать макароны. Это тоже интересный. Более четкий. Ой, это что? Какой-то огромный кусок, как будто лавы был. А вот так делают перчатки? Серьезно? Это может быть их так тестируют на прочность? Может ли быть такое? Вот это присыпочка. Он был, смотрите, блестящий, глянцевый, а теперь стал матовый. Верхушка стала матовая. Это здорово. Гвоздовкручиватель, я буду его называть. Это изделие из дерева. Мистер Дерево. Это хлеб? Я думала, это хлеб. Часто так хлеб режут просто специально. Но это было глиняное что-то. А это, видимо, как типа наши, знаете, клёцки в супе из теста. Что она делает? Посмотрите, она делает рогалики с помощью дрели. Серьезно? И длинной такой штуки. Она, видимо, хочет в космонавты. Или она гимнастка. Но она минимум как бесстрашная. И все у нее хорошо с вестибулярным аппаратом. Какое милое пирожное. Очень милое пирожное. О, фу! Какая гадость! Как это жестко смотрится. Фу, какая гадость. Представляете, она выдавливает как будто бы прыщ, а оттуда голова мужика, который орет и всяко разно, и сгибается в различных эмоциях. Фу, как это мерзко смотрится. Блин, если бы у нас были прыщи такие, я бы никогда в жизни не давила их. Я бы ждала уж, когда они там сами где-нибудь внутри пройдут, но давить бы я их не стала. Видимо, только это нас всех может отучить от того, чтобы давить прыщи. Ну как их не давить, если они выскакивают в самый ненужный момент? Тут, например, где-нибудь, что с ним делать? Ну хорошо, что вот у нас не такие. Хорошо живем, но это мерзко. Вау, бля. Вау, я даже не знаю, как это просто, это что? Это такое ощущение, что это специальная штука для орбисов, чтобы собирать их в одну эту емкость. Просто счастье для белочек, которые... Это как, помните, как в фильме-то было? Чарли, шоколадная фабрика, там было много-много-много белок, которые стругали орехи, они тоже падали в что-то вот такое, мне сразу напомнило. Ох, как эффектно он режет, так точно, и столько лишней бумаги уходит. Могли бы поменьше обрезать. О, вот из этого состоят наши кисточки для макияжа, зацените. Их собирают вручную. Рили? Я не знала об этом. Возможно, именно эта партия собирается вручную. Возможно, это суперэксклюзивные кисти, о которых мы с вами не знаем. Но вот это, конечно, шедевр. Я всегда останавливаюсь возле полок с такими вот украшениями. Это очень красиво. Люблю какие-то интересные детали интерьера. Это классные шарики. Внутри с перьями. Клубничка в каком-то желе. Что-то в этом есть, согласитесь? Смотрится мило. Вау, она там застыла. Ха-ха. Что же будет? Что же будет? Неужели это все порежется на много-много-много маленьких слайдов? Слайсов. Как сыр Хохланд, знаете, такой слайсы. Слайды? Слайсы? Это был скотч. А это работа мастера. Просто много жирных мазков
и благодаря этому получаются цветы. Это похоже на грибы. Специальные такие тоненькие грибочки. Я забыла, шиитаки они называются. Я не помню, если честно, но что-то из этого. Да, шиитаки. Люблю, кстати, грибы. Сори. Какой моток чего-то. Как длинная какая-то суперлента. Это опять у нас работа с тестом, которая похожа больше на какой-то гипсовый материал. Но смотрится интересно. Что же из этого будет, интересно? Посмотрите, как заделывают это, получается, щели между плитами. Угу. Это он припаивает их вот так быстро онлайн. Онлайн и без регистрации. Смотрите, это будет чехол на телефон. Это, видимо, специальная масса, которая засыхает потом впоследствии. Это круто! Это что? Желтый блин? Под цвет меня. Смотрите. Да, всегда в видео находится что-то такое, что подходит под мой лук. Ого, это что-то супер тоненькое. Видимо, какая-то лапша. Название которой мне неизвестно, но это прикольно. Это так он нам показал, как он очистил машину. Красавчик. Это гайки или какие-то приспособления, но они раскаленные. Напомнила челку пони. Густая челка. Я даже не знаю, что это. Странная вещь. Это что-то нефритовое, по-моему, или из камня. Да, это вот как раз-таки какое-то изделие из камней. Вот таким образом это вырезают. Очень интересно. Опа-на! Какая няшка! Это слайм. О, боже! Вы представляете, что мне показалось? Мне показалось, что это рука во льду. Настоящая живая рука человеческая, замороженная во льду. А оказалось, что это просто держит вот такую вот прозрачно-стеклянную штуку. Эффектно. Смотрите, какая толстая она. Как вот такая. Что это, видимо, это действительно был лед. Вот такой сегодня у нас был вау-челлендж. И он действительно был вау, потому что... Я была с вами, вы были со мной, и мы смотрели крутые и интересные видео. И, ребят, обязательно посмотрите вот это и это видео, потому что они тоже классные, и вы должны их увидеть. Мы увидимся с вами уже завтра, так что не скучайте долго, завтра я буду на этом же месте в это же время ждать вас. Не забывайте, я вас очень люблю, целую, пока.